В работе выездной комиссии по ЖКХ приняли участие 14 депутатов городского совета, больше половины списочного состава. Всего осмотрели 12 объектов из 36, которые должны быть сданы в этом году. На каждой детской площадке депутаты данного округа рассказывали, что уже сделано и что предстоит сделать. Это микрорайон Бахчеванжи, улица Беляева, дом 12А. Бортик в работе. Могу сходить. Подрядчик Вачстрой. Бортик действительно в работе, они отдавали, замеряли все. То есть должно быть готово вот-вот, на этой неделе, может быть, на следующий максимум. На Беляева 4 все в порядке, претензий у жителей нет. Во дворе 47-го дома тоже. Там жильцы сами отказались от резинового покрытия на площадке. Благоприятная ситуация и в микрорайоне Чкаловске, у домов по улице Ленина 7 и 16. А вот между домами на Ленина 9 и Циолковского 4, более известными как дома космонавтов Гагарина и Комарова, обстановка похуже. По пути на детскую площадку свисает трос непонятного происхождения. Ограждения территории нет, песок в песочнице куда-то исчез. А проход возле площадки второй год остается в разобранном состоянии. Вот, это они доделать не могут с прошлого года. Вот, смотрите, что. Вы вообще видите, что это? Это вот так с прошлого года лежит. Вот дальше, смотрите. Все хорошо на Пионерской 24, микрорайон Воронок, и на Центральной, дом 9. А на улице Пушкина, дом 3, пришлось выслушать претензии жителей. Вот эти качели, пожалуйста, посмотрите. Ну, жесткие упоры. Дети вообще не качаются на них, потому что просто бьются. Вот. Все недостатки обещано устранить в самые кратчайшие сроки. Мы приехали посмотреть то качество работ, которое было выполнено. Ну, на 80% мы согласны, что выполнено качественно. Вот есть замечания по некоторым. Но в данный момент есть подрядчики, которые выполняли эту работу, и нам обещают, что они все это доделают. Сроки мы ставим до 1 сентября. Ну, надеемся, что все-таки помогут, чтобы детям пойти в школу, в общем-то, не уйти нам в зиму, эти работы не выполнять зимой. Сергей Дадыко, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».